Как она, ничего? Потихоньку. Справляетесь? Ребята косят. Сашка, младший брат Олега. Олег! Олежка на бодрячках. Молоток! Вы на пару, да? А? На пару с Саньком? Да. Ну, в 2-3 она же быстрее. Вот ты сейчас перекур у тебя? Ну, за двором уже 10 лет скосил. Я понял. А Владимир Иванович дома? Только что пришел. А, да? Дома, значит. Санек, молодец. Работящий пацан. Олег на перекурах. И Олег пошел. Залетай. Заходи. Давай, давай. Мусор откидывай в сторону, Олег. Откидывай все. Ну, по-хорошему, а тут все вынести надо. Надо вывозить. Придешь, заколымешь. Я свистну тогда. А то так и будут груши здесь лежать. У деда много тут косить. Да я поеду, Владимир Иванович. Дай денег. Заехал посмотреть, как ребята работают. Дай денег. Денег надо? Да. У меня стака с собой нету. Чуть попозже. Как покосят траву. А? Как траву покосят, сдача останется. Понятно? Ну как, хоть 100 рублей. Сейчас как рассчитаюсь с ними. Дай 100 рублей. С ними рассчитаюсь. Так же нельзя. Да. И потом, да.